Друзья, рада приветствовать вас на канале Кристиан, меня зовут Кристина. Ну вот и кончилась наконец-то зима, а с ней и последний самый холодный месяц зимы, ну по крайней мере у нас на Урале, это февраль. А значит пришло время снять для вас ролик «Свободный полет. Мой февраль». Поехали! Для тех, кто не знает, это ролик, в котором я отвечаю на вопросы своих подписчиков, рассказываю об итогах прошедшего месяца и, конечно же, рассказываю про свои такие не глобальные, немного странные планы на будущий месяц. Если интересно, то, конечно, оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра. И первое, конечно же, как всегда, уже по нашей сложившейся традиции, это, наверное, у нас ролик 5-й или 6-й, я хочу ответить на вопросы своих зрителей, и заходим мы с вами ко мне на спрашивай.ру. Если вы хотите задать свой вопрос, оставляйте его либо в комментариях, но пометьте как-нибудь, что это вопрос для следующего видео «Свободный полет», либо же заходите ко мне на спрашивай, пишите там. Недавно мне написали такую просьбу, это не вопрос, чтобы я сняла видео, какую бы свадьбу хотела я себе. То есть, получается, свадьба моей мечты, если можно так сказать. Я думаю, что в будущем я обязательно сниму и, наверное, прям вот сяду в ближайшее время, подумаю на досуге, набросаю себе что да как и обязательно сниму для вас такой ролик. Если интересна такая идея, поддержите ее. Дальше, привет, помнишь, ты снимала видео своей зарядки, можешь какие сейчас ты делаешь упражнения показать? Я делаю все практически то же самое. Ничего не меняется, потому что это зарядка, это не тренировки. Я занимаюсь различными каналами. Если вам интересно, с какими каналами я в принципе занимаюсь, я ссылки оставлю под видео, там 3, по-моему, канала. И я каждый день практически делаю тренировки по этим каналам. Больше ничего сверхъестественного. А утром зарядка, вот я вам оставлю это видео. Там, конечно, я оставляю желать лучшего, но это было только начало. Моему каналу в то время был, наверное, месяц только, когда я снимала это видео. Так что все немножко поменялось, но я тем не менее оставлю. Если захотите посмеяться от души, то заходите, посмотрите это видео. Следующий вопрос. Расскажи, почему и куда ты переехала, нам интересно. Вообще, я хотела в итогах рассказать об этом, так что я немножко дальше отвечу на этот вопрос, мы его с вами не будем считать, я вот сейчас в итогах вам обязательно об этом расскажу. Хотелось бы увидеть твое видео про ежедневник, обязательно сниму, спасибо. И последний вопрос, который я сегодня озвучу и отвечу на него, это: Кристин, планируешь ли ты выпрямлять зубы для голливудской улыбки? Хотелось бы на самом деле выпрямить мой вот этот некрасивый зуб самый, но я еще думаю, но нижний я, наверное, не буду, вот только верхний, но до голливудской улыбки, я думаю, мне еще далеко. Ну и на вопросы на все я ответила, и сейчас мы перейдем с вами к итогам февраля. Я выписала себе такую небольшую подсказку и буду подглядывать. В феврале я начала готовиться к озерской конференции. Тема моей работы, скажем так, звучит как инновационная деятельность, инновационное развитие, территория особого социально-экономического развития в закрытых городах ЗАТО. Я сама живу в закрытом городе. Сложность моей работы заключается в том, что закрытые города, они на то и закрытые, информация о них минимальная, либо вообще скрыта, поэтому достать это очень трудно. И, наверное, уже в моем марте я вам расскажу, справилась я со своей работой или нет, или я от нее отказалась. 9 февраля уже начался новый семестр, в этом году как-то каникулы между сессией и началом семестра, то есть от последнего экзамена до начала семестра прошли очень быстро, они были практически неощутимы по сравнению с прошлыми годами. Дальше, что хочу вам сказать, и даже, может, узнать ваше мнение, скорее всего, я сняла уже видео о покупках, показала, все продемонстрировала еще в старой квартире и рассказала там, где я что брала, что покупала. И, по-моему, в прошлом своем видео «Свободный полет» я сказала, что не собираюсь больше ничего покупать, но я купила себе резиновые красивые сапоги, купила себе сумку и как бы шляпа мне пришла. В общем, я думаю, снимать мне для вас по новой это видео, либо загрузить то. Но я думаю, что если будут летние покупки, то вам не будет интересно смотреть на черные сумки, на черную одежду, на резиновые сапоги, так что мнение ваше я буду рада услышать в комментариях и увидеть. Снять мне новое, либо оставить старое. Если мне никто не ответит на этот вопрос, то я перезапишу, потому что мне бы хотелось показать для вас большего. Ну и вот мы дошли до самого-самого-пресамого главного. мы переехали. Мы переехали в новую квартиру, это трехкомнатная квартира, она очень большая, она почти в 2 раза больше, чем моя прошлая вместе взятая. Но имею в виду не только комнаты, но вообще квартира в целом, она очень большая. Я сейчас нахожусь в самой большой комнате, потому что здесь огромное крутое окно, освещение из него идет просто потрясающе. Вообще планирую сделать комнату, где я буду заниматься своими делами, это и учеба, это и фотография, видео, это будет соседняя комната, но потом в дальнейшем это будет детской комнатой. И также здесь есть 3-я комната, это будет спальня, вот это вот гостиная. Это все, что здесь меня мебель окружает, ее здесь не будет, это пока на первое время. Мы уже начали делать ремонт, на самом деле я знала, что мы переедем, знала, что грядут перемены и ремонт, но практически никому об этом не говорила. Мы жили в очень хорошем доме для нас, по нашим меркам, в 12-этажном, по-моему. Для тех, кто не знает, самый высокий дом – это 16-этажка в нашем городе, и он и то у нас один, и один дом есть 14-этажка. Остальные дома в среднем 12-9 этажей. Раньше я жила на 11 этаже, и я вам обязательно оставлю видео «Прогулка по моему городу», там тоже такое видео смешное, но тем не менее там я показывала вид со своего окна. И вот в этом видео я думаю, что вы можете увидеть мой дом теперь. Мы переехали в соседний дом, потому что мы искали максимально похожий дом, нам очень нравился дом, в котором мы жили. Жили мы на 11 этаже в однокомнатной квартире, она была очень уютная, находилась на теплой солнечной стороне, в общем мы искали максимально похожую. И переехали мы прямо вот в соседний дом, который на 7 лет моложе дома, в котором мы жили раньше. То есть этот дом новее. Переехали мы на 9 этаж, тоже достаточно высоко. И я, может быть, уже летом постараюсь вставить вам, что находится у меня за окном. Сейчас снег, грязь, все тает, неприятно замерзает. И картина не очень находится за окном. Тем более там построили магазин и ничего такого особенного нет. Вот когда летом все будет цвести и пахнуть, я вам покажу пруд, как это все красиво выглядит. И обязательно по окончанию ремонта я вам покажу, как у нас было, когда мы заехали, и как у нас стало. Покажу вам, конечно же, рум-тур по соседней комнате, в которой я буду вести съемки и заниматься, в общем, своими девчачьими штучками. Там будет стоять мой комод, зеркало, шкаф, одежда, в общем. Пока что это будет моя такая комната, потому что у меня очень много барахла, у меня очень много одежды и косметики, и для нее, мне кажется, скоро вообще отдельный склад надо будет снимать. Кстати, хочу вам еще сказать, что квартира, в которую мы переехали, в отличном состоянии, не считая того, что здесь жила семья с 3 детьми, и они изрисовали кое-где обои, где-то они наклеили бабочек, чтобы скрыть это. Но в целом вы можете видеть по моему окружению, что квартира вообще в очень классном состоянии. На месяц я всегда ставлю себе маленькие цели. Конечно же, в планах отправить работу на конференцию и уже узнать результаты. Вытекая из вопросов на спрашивай.ру, я могу в планы поставить себе рассказ о своем ежедневнике и рассказ о свадьбе моей мечты, о свадьбе вообще в целом, как я ее для себя представляю. Я знаю точно, что моя свадьба не будет такая, какую я себе ее представляю, потому что я себе представляла идеальную. Столько обещаний даю, и прям не могу себя. У меня еще там видео 15 штук на рабочем столе, а я здесь сижу и обещаю, что я сниму про свадьбу, про ежедневник, тем более с такой нагрузкой, как у меня сейчас в институте, да. И также в этом месяце я начинаю писать свою курсовую, у меня очень интересный проект, у нас курсовая по дисциплине управления проектами, и начинаю я писать на тему организация малого бизнеса, я буду писать про открытие свадебного салона. На самом деле я очень хочу в реальной жизни открыть салон свадебный, нет, свадебный магазин, не свадебный салон. Хотелось бы свадебный салон, но это слишком шикарно для нашего округа. Хотела бы его открыть в городе Нижняя Тура, потому что в Лесном у нас в городе это невыгодно, город закрытый, а в Нижнюю Туру ко мне бы смогли приезжать с разных близлежащих городов. Я думаю, это намного выгодней будет, чем открывать его здесь, в нашем городе. В общем, я буду разрабатывать этот проект, представлю его на курсовой, посмотрим, что у меня из этого выйдет, выгодно, невыгодно. Ну и, конечно же, в планах ремонт, 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 учеба, ремонт, учеба, ремонт, учеба, ремонт. Вот что у меня в планах, ну и, конечно же, съемка видео. Если вам понравилось данное видео, не забывайте оценить его. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше интересных видео. Я же вас всех очень сильно люблю, желаю вам хорошего настроения и всем пока-пока!